наушниками. Прием! Понял, база. Конец связи. Так, этих в расход. Машиниста? Я не понял, что значит в расход? У не лезь уже... не в свое дело! Это ты не лезь. Сейчас полковник тебе все разъяснит. Товарищ полковник, тут такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня! Какого черта? Артем! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый полковник, вечер! Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Невероятно! Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артема стреляли! Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Дошло, наконец! Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ полковник, да, это не люди из других городов! И так тут их всех! Молчать! Всех! Женщин, детей! Объясню! Все, мама. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме! Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется! Только торопиться нужно! Они крейсер вызывали! Значит так, мужики, Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения мне не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артем, Аня, это же наши. Своих не бросает. Если не мы, то кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед! Артем, пошли выйдем на свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всем... Остановите локомотив и выходите с поднятыми руками! В противном случае будет открыт огонь на поражение! Ох, сука, сколько же на нем брони навешано! А пулемет? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все в нас волчал! Это было последнее предупреждение! Немедленно остановите локомотив! О, черт! Ты как? Порядок? Царапина! Все, останавливаемся! Но тормоза тут ни к черту! Ермак, начинай избавлять ход! Пусть думают, мы послушались! Это ты правильно решил тормозить! Сразу видно, разумный человек! Гранатами мы только краску поцарапаем! А если изнутри? Рывчатки маловато! Разве что всю штопку им засунуть! Товарищ полковник, разрешите мне! Добровольцем здесь назначаю я! Пойдет Артем! Почему Артем? Он эту кашу заварил, ему не расклёбывать! Артем, как ты тормозил, прыгай! Ой-ой-ой, его пока отвлеку! Ты что ли, Яков Борисович? Я! Некуда там ехать, Мельник! Ты не бывал дальше, а мы бывали! Так а мы просто отъехать решили, от эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь, отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам, сам понимаешь. Это дезертирство, предательство!
Ты охренел, паскуда? Меня в предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно ощущение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. Хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас! Мы вам столько лет служили верой, правдой! Грот жалели! Врагу продался? Они нас дотла, а ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Я сдохну, если надо! За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида! Ждем рацию, не выключай! Будешь нашими ушами, они явно будут штурмовать! Может, по оповещению их команды услышим. Если что, мы время потянем и тебя поддержим. Да? А сам понимаешь, только ради пройти тихо. Удачи.
смотри, сволочь! Вы куда смотрели, бараны? Они уже все! Если прорвутся в рубку, я вас не лично пристрелю! Артём! Бомбу ставь как можно ближе к котлу! Не стреляй! Не стреляй! Я просто кочегар, я не с ними. Меня заставили, только не Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся.